Всем доброго времени. У нас сегодня на просмотре игра Fighter, которую я нашел на сайте R-Games. Там она в рекомендуемых вылезла. Кто не в курсе, если вы смотрите там игры какие-то по определенной тематике, сайт подсказывает похожие игры. Вот эта игра Fighter, это леталочка, похожая на Twin Cobra и этот Flight Shark. Чем она меня заинтересовала. Но сейчас я прикол расскажу. Во-первых, у этой игры есть клон. Называется Falcon Patrol 1. Есть просто Falcon Patrol, то другая игра, именно один. Это клон этой игры, просто вдруг с измененной графикой. Ну, как обычно, на бокашке, вы знаете, переделывали. Вот. И, ребят, я в эту игру играл 3 часа. То есть я 3 часа играл с охранками, надеялся, что концовка будет. Короче, нифига. Игра зациклена, одни повторы, конца у нее нету. Ну что, ICDC играет. В общем, поэтому я сейчас играю одним дублем, куда смогу дойти. Дальше все повторяться будет однообразно. Я ожидал, что какие-то тут боссы будут. Боссов тут нету, ни одного босса за 3 часа я не увидел. Я поэтому не стал монтировать видео там из кучи сохранок. Ребят, это такая нудятина, это часа на 4 только мой монтаж бы занял у меня времени. То есть не вижу смысла. Не настолько хорошая игра, чтобы заморачиваться было. То есть игра неплохая, но именно что так поиграть и в удовольствие, а не сидеть часами там рубиться. Смысла нету в этом. Да, кстати, на джойстике здесь и наискось летает, и стрелять одновременно можно. На клавиатуре так работать не будет. Я уже пробовал на клавиатуре сначала поиграть. На клавиатуре там вообще печаль полная. В общем, я дойду до того момента, где на экране будет уже появляться вся техника, которая только возможна в игре. Ну, пока что самолеты и пушки у нас идут. Вот здесь какие-то нейтральные цели есть, которые не стреляют. За них просто очки дают. В общем, я набрал 5000 чем-то очков в этой игре. 5800 набрал я чем-то. Сохранки я ставил на всякий случай, если кому-то будет интересно. Да, я думаю, сохраночку запущу в конце, одну сохранку покажу просто, чтобы вы не пытались пройти эту игру до конца, потому что конца тут не видно будет. Ну, это как игра Twin Cobra и Flying Shark. У этих игр тоже конца нету, просто когда ты проходишь локацию, все идет повторно. Вот, видимо, такой же вариант вот этой игры. Игра просто на повтор зациклена. Ну, задумка неплохая, конечно. Ничего похожего я на бокашке не встречал. Вот именно в стиле Twin Cobra, чтобы была такая вот тема. Я знаю, что вот на Денди была еще игра Тайгер Хейли в таком же стиле. Ну, я ее не проходил на Денди. Не осилил. Сложноватая она довольно. Блин, попали, да? А, короче, я ж не сказал, в игре 5 попаданий по нашему самолетику. 5 попаданий, если сделают, то он как бы умирает. Жизнь одна, просто. Вот два раза мне уже попали, еще 2 попадания, и я труп. Я, ребят, просто реально уже засыпаю. Столько времени зря потрачено было. В ожидании, что игра будет с концовкой. Хрен там огромный. Сейчас только 3 часа ночи я вот делаю прохождение там.
Враги здесь довольно, кстати, сложные. Именно, ну, в плане попаданий они очень метко стреляют. Здесь какой-нибудь самолетик как начнет стрелять. Вот сейчас он, видите, по 2, по 3 пульки стреляет, а иногда стреляет по 6, по 7. Причем один. А когда этих самолетиков вылетает на экране штук 15, и они в тебя очередями этими стреляют, ну ты там без сохранок эту игру пройти нереально просто физически. Я там сохранок наделал прям штук, наверное, 50. Ну вот сейчас вертолетики идут. А на клаве я до сюда даже не доходил, я пробовал на клавиатуре сначала поиграть, но на клавиатуре тут вообще дохляк. Абсолютно нереально играть. Да, можно вот с двух стволов иногда попадать по танкам и по этим по турелям по этим. Пока еще не супер сложность, пока так. Сейчас вот еще легко. Это еще легко. Довольно-таки. Да-да-да, вот, то есть идет сначала локация с наземной техникой, вперемешку с воздушной, потом такая пауза, локация чисто с воздушной техникой, и потом с наземной. И вот эти повторы до бесконечности идут. Так, я уже довольно далеко дошел. Ну, относительно первого прохождения моего. Видите, как тяжело, тяжело уже уворачиваться. Я жду смену локации просто, чтобы показать окончательную версию игры со всей техникой, скажем так. Со всей возможной техникой, которая в игре только есть. Так, пока что еще не слился, на удивление.
А вот сейчас, вот сейчас, да, вот после этой локации сразу же должны пойти изменения. Нет, почему-то нет, странно. Как же вы? Вот прикинь, как вот как тут нужно, вот как тут на клавиатуре играть? Представьте, как на клавиатуре придется играть. А, блин, ребят, не дотянул. Чуть-чуть не дотянул. А, ладно, я сейчас просто запущу сохранку и покажу, в принципе, исходный вариант, как игра будет уже идти дальше, что нового в ней не будет. Вот, ребята, смотрите, что в игре добавляется. Вот эти самолетики добавляются. Камикадзе, который вылетает снизу с экрана. Все. Игра дальше идет по кругу. Ничего нового не увидите. Добавляются вот эти самолетики только. Я до них там буквально там полминуты, может быть, не дошел вот на первом прохождении. Эти самолетики тоже стреляют. Видите уже сколько на экране техники. Я не врал, вы все видите. Играть почти нереально тут уже. И внизу лететь, кстати, тоже нельзя, потому что эти самолетики тебя будут с собой таранить. Тоже полная жесть тут идет. Капец. Сейчас еще будет локация с пушками, и меня сейчас просто завалят там, естественно. Там. Да, там патрон, там пульки, там просто весь экран в пульках уже идет. Видите, уже 5000 я набрал. Там я еще дальше сохранку где-то вставлял. Ну, вот такой, ребят, был геймплей. Просто я вам показал игру, какая игра была. И если вы надумаете ее проходить до конца, не пытайтесь, конца у этой игры нету. И без сохранок вы... Ну, я не верю, что кто-то без сохранок сможет сюда дойти. Нереально вообще. От слова совсем. На этом все. Пожалуйста, оцените видосик, поддержите канал любым удобным для вас способом. Всем спасибо и хорошего настроения.